Ну что, друзья, всем привет! Вы снова на канале «Сибирские бродяги». Сегодня у нас 30 градусов жары, 24 июля в Сибири наступило лето. 30 градусов жары. Мы выдвигаемся большой компанией в три лодки на шикарную речку. Вот, найдем какой-нибудь остров и будем там жить с ночевочками. Все, выдвигаемся. Так, и вот мы приехали на небольшой необитаемый островочек. Разгружаем вещи. Сейчас будем ставить палатки. Как бы здесь нам предстоит провести пару дней вот такой большой дружной компании. Вот тут наши лодочки. Вот так выглядит наш бедлам. Сейчас будем ставить лагерь. Все, ребятушки, мы как бы обустроили лагерь, поставили вот такой шатер. В нем мы будем готовить, кушать. Поставили палаточный лагерь. Раз, два, три. Есть раскладушка, есть зона отдыха типа пляжа. Все, приступаем к активному отдыху. Со стороны вот он, Антох, вот Андрюха плывет. Антоха сейчас помашет нам, скорее всего, рукой. А вот наш рыбак Андрейка поймал 10 килограмм рыбы. Что-то у нас тут произошло. Да, слушай, парень. Набухался. Че, помолчать? Да, все, помолчи. Рыба почти не жуткая. Одна в полчаса. Окунёк. Чуть порвал? Я нет, мужичок, говорю, он там стоит. Один окунёк за полчаса ловит под деревом. Рыба, спасибо, если скажешь. Надо искать, где-то. С утра надо ехать, жарко. А окунь у нас нет. Ладно, чешки. Сейчас опять берешься . Ребятки, пока мы тут пытались приготовить обед, Антоха у нас наловил рыбы. Идем к нему срочно смотреть. О, чебачки хорошие прямо. Один совсем хороший. Середина червяка, это на кукурузу покрупнее.
Ой, какой хороший, посмотрите. О, с ладонь. И второй помельче маленько. Отлично. Уха у нас сегодня обеспечена. Он сейчас пообещал еще нам 20 штук поймать. Ничего не обещал, меня обманывал. Самый профессиональный рыбак на всем побережье. Посмотрите, он даже стоит в позе. Позе стоит. Шамана. Он колдует. Ловись, рыбка большая и маленькая. Поклонись. Червяк уползает. Вот еще помощничек к нему пришел. Попытка номер два. Оп, оп. Бух. Отлично. Все. Зацепилось, блядь. Сейчас поймаем. Нет, сейчас перезакинем. Перезакинем. Попытка номер три сейчас будет. Смотрим, что тут у нас девушки приготовили к обеду. Супчик, супчик. Ничего. Ой, вкуснятина сегодня у нас. Супчик. Лапша с тушеночкой и с картошечкой. Супер. Наш супер рыбак поймал супер окуня. Где он есть? О, вообще. Отлично, Антон. Красавчик. Вот девчонки нам приготовили замечательный обед. Сейчас мы покушаем супчика. И продолжим культурно отдыхать. По-моему, наш рыбачок еще раз отличился. Что-то тянет. Ну-ка, давайте посмотрим. Ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Породу распустим сразу. Вот тянем, потянем, тянем, потянем. Давай, давай, родной, давай. Щука. Оба, она. О! Щучка. Щуку поймали. И вот по техническим причинам у нас один из людей отправляется домой. Удачи тебе, брат. И тебе, дорогой. Да, кстати, шикарная пара. Кайман 3,80. Слань плюс Тахацу 9,9. Аля 15. Ребят, если кому интересно, можно сделать обзорчик на эту лодку. Пишите в комментариях. Только показал, что делать. Парни, у нас наступил вечер, и мы приступаем к самому замечательному. Это подготовка к шашлыку. Димарик разжигает мангал. Максим разжигает костер. Ну и сейчас будем нанизывать мясо и жарить шашлык. Ну и пока будем жарить, я вам, кстати, вкратце расскажу шикарный рецепт шашлыка.
пришло у нас время шашлыка. Мы подготовили вот свининочку. Сейчас я ставлю ее на мангал и в процессе расскажу, как я ее мариновал. Очень вкусно, очень съедобно. Блин, кто еще не видел ролик, как я мариную свинину на моем канале, расскажу еще раз сегодня. Итак, ребятки, мы поставили нашу свининку на мангал. Жарит. Мой любимый рецепт приготовления свинины. Берется свиная шея. Нам понадобится для этого лук, соль, зира, кориандр, помидоры. Все. То есть самый наивкуснейший рецепт. Поверьте, кто попробует, 100% у вас получится шикарный результат. Так, переворачиваем пока. Этот рецепт я уже использую несколько лет. Беспроигрышный вариант, 100%. Пробуйте, потом пишите в комментариях, что у вас получилось. Ребят, маленький лайфхак, чтобы у вас мясо прорезалось равномерно. Каждые 30-40 секунд его надо переворачивать, и тогда оно будет покрываться румяной корочкой, равномерно прожариваться, и получится вот такое. Ну что, ребяточка, наше мясо готово, вот оно. Сейчас мы его закидываем в волшебную кастрюлю. Стой. Там соль была. Ну. Может, сгибай свой бочком. Не так. Вот так вот. Все, идем ужинать. Ну что, ребяточки, будем прощаться сегодняшним вечером, да, как бы. Сейчас у нас вот будет вкуснейший шашлычок. Димарик, покажи нам вкуснейший шашлычок. Мы ужинаем, ложимся спать. Завтра с утра просыпаемся, наверное, поедем все-таки съездим на рыбалочку. Все, всем спокойной ночи, до завтра. Всем доброе утро. Сегодня у нас по планам рыбная ловля и выезд домой. Я поехал. Рыбалка сегодня у нас тоже неудачная. На улице жарко. Рыба вся неактивная, как бы. Ладно, наверное, отдохнули хорошо. Будем помаленьку домой собираться. Ну вот и закончился наш увлекательный отдых. Два дня на природе. Жаль, не поймали рыбу. Но все же отдохнули замечательно. Погода шикарная. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!